Уникальная возможность купить томик стихов с автографом автора выпала гостям вечера поэзии Аи Камлянской. Устала нести всю ношу, устала куда-то бежать. Так хочется все бросить, себя понять. Но я женщина с совестью, в первую очередь мать. Стихотворение читали сама Ая и ее подруги и знакомые из женского клуба. Все произведения написаны в творческом порыве, без редактуры, и главное в них – чувства. Многие из них близки практически каждому. Одно стихотворение читала, я прям вспоминала свои отрывки из жизни, которые вот были отображены в данном стихотворении. И так как у меня, скажем, творческая деятельность, я вижу, как девушки раскрываются. То есть при каждом мероприятии, так скажем, мы сейчас задействуем, чтобы люди читали стихи, чтобы люди проявлялись вот так через стихотворение. Так легче. Профессионалов в этой программе не было совсем. Поэтесса тоже любитель, но уже получила престижную медаль Марины Цветаевой и дважды стала номинантом Национальной литературной премии «Поэт года» 2022 и 2023. Сейчас все чаще пишет стихи об СВО. Многим это откликается. Пишу стихотворения различные. Для начала писала о своих окружающих людях, о друзьях. А потом зашла к соседям, они смотрели новости и говорят: «Люба, ну они следят за моим творчеством, Люба, почему ты не пишешь о войне?» Я старалась эту тему не трогать, просто потому что для меня она болезненная. И как нам помочь? Как поддержать? Ведь им там не вмочь. Часто хочется спать. Спать рядом с детьми, с любимой в обнимку. Родные родители ждут на побывку. Вечер стихов – подарок от автора – пенсионерам, женщинам, участникам спецоперации и всем неравнодушным к изящному искусству. Ая считает важным творить благо для других, особенно когда мир в этом нуждается. Честно сказать, мы сначала думали провести это так местечково, нашим женским клубом совершенства и подружками Аи. Ну, по сути, просто собраться девочками, да, немного посидеть, поздравить ее, потому что выпустить сразу за несколько месяцев три книги – это дорогого стоит. Но потом мы поняли, что хочется большего масштаба и хочется порадовать как можно больше людей. И вот придали нашему концерту еще и социальную такую вот, ну, какую-то платформу. Три сборника стихов Аи Камлянской уже вышли в свет. Четвертый готовится к печати. Произведения барнаульской поэтессы Аи можно найти в соцсетях и на сайте стихи.ру. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.